Итак, питерская внучка Яна уже в Сочи. Вот она делится первыми впечатлениями у нас с нами в WhatsApp. Единственное, что на море шторм. Штормом Сочи встретила питерскую внучку Яну. Но Балтийска рыба штормами моря, она закалена. И хотя поймут, что это люди, я не допускаю даже спьяну. Напоминаю в этом клипе слава царя Соломона, что у праведников, людей разумных, настоящих, вечная основа всех мыслей их одна. Но они с подругой уже купались с утра. В предыдущем клипе я показал